Детской школе искусств в поселке Развилка исполнилось 30 лет. В начале своей истории учреждение было небольшим, однако сейчас это современное здание, которое вмещает в себя несколько сотен учащихся. Эта школа, у нее большое будущее. Она только начинает свою большую педагогическую работу. А эта школа ведь необычная, это не общеобразовательная, все-таки это школа искусств. Здесь будут детей учить всему самому прекрасному. Школа искусств в поселке Развилка обрела новое здание площадью 3000 квадратных метров всего полтора года назад. Многие ученики еще помнят занятия в старом корпусе, и в современной школе им нравится намного больше. Здесь огромные классы, у каждого учителя свой отдельный класс. Тут больше места, где можно заниматься. Вот. Если там было всего лишь несколько так, кабинетов, то тут прям их целая куча. Какой же юбилей детской школы искусств обходится без концерта? К этой части праздника организаторы подошли весьма оригинально. Выступающих объявляли так же, как на вокзале объявляют об отправлении поезда. А сами номера хоть и были короткими, но красочными. Поздравления с 30-летием учреждения принимали преподаватели, ученики и директор детской школы искусств Ирина Андрушко. Действительно, очень рада, что у нас это получилось, что у нас в Развилке появилась новая замечательная школа, которая стала центром искусства. Я очень рада, что с каждым днем она наполняется звонким смехом, талантливыми детьми, замечательными преподавателями. Я думаю, что сегодняшний день, он станет одним из знаковых дней в истории нашей школы. И с этого этапа мы начнем дальше развиваться еще более быстрыми темпами, более интенсивно и более качественно. Детская школа искусств в поселке Развилка имеет богатую историю, которая продолжается даже спустя 30 лет. Арсений Ргозянский, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.